Друзья, прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю встречу, мы вам включили этот видеосюжет, который говорит о том, что мы сами хозяева своей жизни. Мы в сообществе. Мы в сообществе с врачами, со специалистами по реабилитации, которые работают в рамках нашего центра, в нашем институте геронтологии. Вот это европейский марш пациентов, которые живут в советской больнице. Из нескольких стран приехали в Амстердам пациенты, которые шли по всему городу, как свободные люди, веселые, активные, со своими семьями, со своими детьми. Кто хуже ходит, кто лучше ходит, кто в коляске, кто с палочками для скандинавской ходьбы. Но все идут, и ни у кого нет комплексов, что на кого так вот смотрит. Ни в коем случае не берите себе эту привычку. Думать, кто-то на вас смотрит. Вы сами определяете свой образ движения и жизни. Самое главное, чтобы лекарственные препараты были подобраны правильно, для того, чтобы вы были под контролем врачей и специалистов. Это мы вам предлагаем. Теперь, сегодня мы поговорим о реабилитации, о том, как надо активнее заниматься своим здоровьем, что вам будет мешать в этом. И самое главное, мы вам приготовили здесь мастер-класс очень интересный, как нужно улучшать свою тонкую моторику с помощью арт-терапии. Это очень важная методика, мы занимаемся этим. У нас инструктор работает с нашими пациентами. И это очень для вас важно. Вы это можете делать здесь, когда вы лежите у нас в стационаре, когда вы даже не лежите, я никогда этого не понимаю. Вы находитесь, никто у нас не лежит сложа руки, правда? Все работают, все обследуются и все делают во имя своего здоровья все то, что вы никогда не понимали и не знали, как надо правильно к себе относиться. Вот это самое основное, это доминанта, которую вам нужно в себе активировать и удерживать. Посмотрите, эти маленькие детки, это члены семьи, пожалуйста, если у вас есть проблемы какие-то, обсуждайте эти проблемы с нами, с врачами. Мы можем вам дать какие-то, моменты психологические, чтобы вы могли понимать, в какой степени вы можете улучшать свои качества жизни. Вы это можете сделать. Современная медицина и практика, взаимоотношения наших пациентов с теми схемами лечения, с теми социальными условиями, которые находятся, все это в настоящее время возможно. Медицина идет вперед, она развивается. Мы можем давать возможность вам лучшего ощущения своих возможностей в этой жизни, которые у каждого из вас еще много и много раз не исчерпаемы. Ну вот мы, наверное, сейчас это выключим, да, и начнем по сегодняшней программе идти. Что бы нам хотелось сказать? Коллектив у нас очень сплоченный. Наш коллектив, знаете, особенно тех пациентов, которые у нас уже много раз бывали, которые находятся у нас на пожизненном, на длительном наблюдении и пользуются всеми рекомендациями, которые мы делаем в соответствии с международными, не говорю правилами, а с международными условиями работы с теми людьми, которые живут с этой болезнью. Значит, не нужно думать, что есть какие-то признаки, которые ухудшают ваше самочувствие. Нет. Вы живете, вы знаете, как жить, вы знаете, на что обращать внимание, какие условия могут ухудшать ваше самочувствие, какие могут улучшать. Поэтому нужно в себе формировать вот такую позитивную, очень такую четкую, индивидуально спланированную для каждого человека ситуацию, в которой вам будет жить комфортно, жить так, как вы того достойны. Так, как вы того достойны. Это я вам говорю абсолютно, абсолютно аргументированно. Значит, смотрите, то, что касается нашего сегодняшнего праздника. Мы сегодня с нашими врачами нашего института тут общались, рассказывали им, какие мы имеем возможности лечения, реабилитации наших пациентов. У нас наши врачи рассказывали, почему возникло это празднование. 11 апреля
который называется Международным днем по болезни Паркинсона. Нина Васильевна, скажите несколько слов, пожалуйста. Когда был организован этот праздник, почему он сейчас отмечается во всех странах мира, где есть специализированные центры по наблюдению, лечению, диагностике этих пациентов? Нина Васильевна Карасевич, вы знаете ее прекрасно, за подделением нашим. История цієї події досить цікава. В 1980 році голландський садівник, флорист Ван дер Велт, який хворів на хворобу Паркінсона, вивів особливий тип тюльпана в червоно-білих тонах і назвав його тюльпан хвороби Паркінсона. Інша пацієнтка Пентре, яка також хворіла на ранню форму паркінсонізму, запропонувала зображення тюльпана використати як символ хвороби. Затратила досить багато зусиль і часу, щоб ця символіка здобула міжнародне значення. 11 квітня, ви знаєте, що це день народження Джеймса Паркінсона, і до цього дня присвячуються всі події. 11 квітня 2005 року у Люксембурзі відбулася 9-та конференція ВОЗ, на якій було прийнято рішення затвердити червоний тюльпан як міжнародний символ хвороби Паркінсона. Пацієнти, які запропонували ці ідеї, запропонували створити стилізоване зображення тюльпана. Це червоні пелюстки і зелені листочки у вигляді англійських букв PD, Parkinson Disease, який і зберігається, і має форму по сьогоднішній день. Європейська паркінсонічна асоціація, яку входив і ми, Україна, і наш центр, використовує цей міжнародний символ у всіх своїх офіційних заходах і документах. Це ви можете бачити зображення. Багато років поспіль, щорічно, на 11 квітня або перед цим, у багатьох країнах світу відбуваються соціальні заходи у вигляді зустрічі пацієнтів, їх родичів з фахівцями, які можуть відповісти на ті питання, які виникають у пацієнтів щодо лікування, нових видів лікування, появи нових препаратів, дієти, застосування лікувальної фізкультури, скандинавської ходи, танців. Це дає можливість пацієнтам поспілкуватися з лікарями, а також один з одним. Ви бачили марш, який на відео, де пацієнти збираються. Це в частності було в Амстердамі, але це відбувається в інших країнах. Але основна мета цього всього, звичайно, привернути увагу міжнародної медичної спільноти, а також громадських організацій до проблеми хвороби Паркінсона, яка, на жаль, залишається досить актуальною по сьогоднішній день. Тому що мільйони людей у світі живуть з цією проблемою, і це є їх образ життя. Тому всім нам здоров'я, не втрачати віру, те, що сказала вже Ірина Миколаївна, лікування є пожиттєвим, багаторічним, але це не значить, що життя не триває. Весна, ми бажаємо вам здоров'я, і хай червоні тюльпани радують вас. Бажаю всього найкращого. Вы видите, здесь наш институт, это наш родной дом, который дал нам возможность работать в этой проблеме с вами. Это пусть будет и вашим родным домом, кому он еще не стал. А кто
кто у нас первый раз, то, наверное, почувствует эту атмосферу нашей любви к вам и возможности, которые имеет наш центр для того, чтобы ваша жизнь стала более комфортной. Я хочу сказать о том, что вот этот 11 апреля, день, он для нас очень волнительный, также и для вас, наверное, потому что мы сегодня созванивались с несколькими коллективами в Украине, которые занимаются тоже такими работой с нашими пациентами, все друг друга поздравляли. И я надеюсь, что для каждого из вас 11 апреля сейчас станет таким днем, когда вы всегда будете приходить к нам, и мы будем делиться с вами теми новинками, которые есть в лечении и в реабилитации наших пациентов. Вот очень важное обстоятельство. У нас есть ассоциация наших пациентов, которые живут с болезнью Паркинсона. Эта ассоциация очень плодотворно работала. И посмотрите, здесь эта фотография, которая говорит о том, что мы тогда в Барселоне получали квоту и статус Украинской паркинсонической ассоциации. И только вы были творцами этой ассоциации. Был такой удачный очень момент, когда несколько пациентов одновременно были у нас в отделении. И они решили, что ну, сколько же мы можем просто так жить. Давайте мы создадим ассоциацию наших пациентов. Вот у нас была такая энтузиаст, это наша Аллочка Тютюник. Вот она здесь, она наша, была президент много лет, она болела 22 года. Ну, так случается, что совсем не болезнь Паркинсона, конечно, но тем не менее, ее сейчас нет с нами, но она очень активно наших пациентов всегда информировала, с нами общалась. Были у нас тут и зарубежные наши коллеги, поэтому мы работали очень и очень активно. Вот здесь мы получаем этот статус в Барселоне тогда. Вы видите, какое количество стран в Европе являются членами Европейской паркинсонической ассоциации. Здесь есть и наш флажок, видите, желто-блакитный такой вот флаг в этом кружочке. Вот столько стран находится у нас в сообществе. Я вас призываю и повторяю это много раз. Если мы сами не будем делать то, что мы должны для себя, чтобы улучшить нашу жизнь, чтобы улучшить обеспечение лекарственными препаратами, возможности реабилитации, нам не сделает это никто. И не потому, что у нас в стране сейчас тяжелые времена, да потому что в каждой стране есть другие проблемы. И с болезнями, и с обстоятельствами в жизни. А пациенты должны от себя очень активно иметь позицию для того, чтобы заявлять многим, от кого зависит лекарственные препараты, как мы их получаем, какие лекарственные препараты. Это все очень важно. Вот этот марш, который был тогда в Амстердаме, сейчас вот мы вначале его показывали. Видите, какое количество людей приехало туда, и шли совершенно свободные люди по городу. Они говорили о том, что нам жить комфортно. Пожалуйста, только дайте еще больше условий для того, чтобы мы могли жить так, как мы хотим. Видите, какая статистика Европейской паркинсонической ассоциации. Во-первых, 1 200 000 пациентов в Европе, страдающих этим заболеванием. 13,9 миллионов евро выделяет государство на лечение и реабилитацию этих пациентов. Эти деньги – это результат работы ассоциации, которая действительно имела доступ, и мы имеем тоже доступ такой, только надо захотеть во все органы, от которых зависит наше общее дело по лечению и реабилитации пациентов. Это такое количество денежки, которое выделяет Соединенные Штаты на этих пациентов. Вы все прекрасно умеете и знаете цену деньгам. Вы видите, какое количество денег идет для пациентов наших, которым действительно эта помощь оказывается в полном объеме. Все вы знаете признаки болезни. Вы знаете, что есть нарушение движения. Вы знаете, что есть и другие такие состояния, как мы называем, немоторные признаки, и настроение, и слабость какая-то, и не хочется ничего делать, и плохой сон, то, что входит в другую часть симптоматики при болезни Паркинсона. Есть и такие моменты, которые связаны с депрессией,
И видите, это так называемая маска болезни Паркинсона. Вроде бы как человек ничего, и ходит неплохо, и все, а настроение у него не совсем направлено на улучшение своей жизни, на то, чтобы делать все то, что он умеет делать, для того, чтобы отдавать своим близким, своим детям, потому что он жизнью нажив и может понимать, как это надо проводить. Вы видите, что болезнь, вот эта схема, она очень понятна, и вам будет понятно, видите, когда появляются первые признаки болезни, так называемый клинический дебют, за 20 лет до этого, за 10 лет до этого возникают признаки состояния, которые врачи видят и понимают, что вот это начало заболевания. И здесь, конечно, мы имеем большие возможности помочь нашим пациентам в том числе. Дальше, на продвинутых стадиях более-менее, здесь тоже вся лекарственная палитра препаратов, которые могут держать ваше самочувствие в хорошем состоянии, но эта схема лечения должна быть подобрана правильно. Все эти лекарственные препараты есть у нас в Украине. Очень многие из вас всегда говорят о том, что ну, есть дрожание у меня. Вот я полечился, а дрожание не ушло. А дрожание не есть одним, единственным признаком этого заболевания. Дрожание – это один из каких-то блоков небольших, из которых состоит вся общая клиническая симптоматика этой болезни. Поэтому не значит, что если у меня тремор, то я должен лечить только тремор. Вы лечите все, что есть у вас. Вы лечите те сопутствующие заболевания, которые сопутствуют болезни Паркинсона. И гипертония та же, и те же заболевания желудочно-кишечного тракта, и многие проблемы, связанные с позвоночником, и многое другое, что бывает у пациентов часто очень по ходу их жизни. Что мы делаем сейчас, когда работаем с нашими пациентами? Обратите внимание, пожалуйста, это так называемое улучшение функций отдельных клеток нервной системы, головного мозга. Это нейропротекция. Сейчас очень много этому уделяется внимания. И мы тоже многим из вас советуем, по показаниям, конечно, после обследования, после динамического наблюдения нашими врачами, то, что им нужно делать для улучшения функционирования поврежденных отделов мозга. А вот лечение, которое основное сейчас идет, это основная схема лечения. У каждого из вас она есть. Вы ее пишете на бумажках отдельно. Врачи вам дают тоже это красивенько написано в выписках, которые вы получаете от нас. На консультативных приемах вы получаете эту схему лечения. Ее нужно очень свято соблюдать. А вот физическая и социально-психологическая реабилитация – это тот блок, на который мы очень много сейчас обращаем ваше внимание и много делаем для того, чтобы вы могли это включить в свой образ жизни. Именно в свой образ жизни. Нейропротекторная терапия активно очень улучшает ваше состояние настроения, силы в течение дня, перспективы лечения. Вы можете лучше себя чувствовать. Лекарства, которые вы принимаете, тоже имеют колоссальное значение, чтобы удержать болезнь от прогресса, чтобы не было такого активного ухудшения двигательных функций. Других функций, связанных с болезнью Паркинсона. Лекарства нужно принимать по времени. И этот график временного приема лекарственных препаратов, который свидетельствует о том, что лекарственные препараты имеют свой цикл жизни в организме. Поэтому нужно соблюдать время приема лекарств. И лекарства вы все получаете в виде таблеток. В настоящее время все цивилизованные страны, и мы в том числе, мы применяем лекарственные препараты в таблетированной форме. Так лечится весь мир. И это все то, что не хватает мозгу, в таблетки поступает в желудочно-кишечный тракт. Поэтому те обстоятельства, которые вас волнуют, бывают очень часто и желудок, и кишечник, и запоры. Многие очень имеют эту проблему. Эту проблему мы с вами обсуждаем и стараемся вам помочь для того, чтобы улучшить транспорт лекарственных препаратов. Вот здесь очень много лекарственных препаратов мы выложили. Это различные классы, которыми мы работаем, различные препараты с названиями, которые вам известны, но для каждого пациента это свой выбор. Свой выбор в соответствии с теми рекомендациями, которые вы получаете от профессионала, невролога, паркинсонолога.
Леводопа это много имеет пациентов, которые принимают препараты, содержащие леводопу. Это золотой стандарт лечения. Это то лечение, к чему приходит каждый пациент. Поэтому выбор этих препаратов, дозировки их, зависит от уровня профессионального вашего взаимоотношения с нашими врачами. Здесь мы говорим о том, что бояться леводопы не надо. Леводопа – это препарат, который выполняет ту функцию, которую мозг выполнить не может. Она несет в себе ту энергию, которую вы потеряли в движениях. Она несет в себе ту возможность, которая дает вам потом основу сохранить себя, сохранить свои движения и дальше активно жить. Качество жизни пациентов, конечно, определяется качеством лечения. Я прочитаю то, что здесь написано. Поэтому крайне важно наблюдаться у квалифицированного врача-невролога-паркинсонолога, который специализируется на лечении болезни Паркинсона и болезни движения в том числе. Для эффективной поддержки повседневной активности нужно непрерывное лечение. Вы понимаете, что вы лекарства получаете постоянно. Каждый день в определенное время живете качественно, хорошо и не ограничивайте себя ни в каких жизненных программах, которые в вашей семье являются уже основой вашего общего существования. И нужно помнить одно – самолечением заниматься нельзя. Лучше лишний раз приехать на консультацию. Лучше позвонить врачу и спросить, а правильно ли где-то я услышал, мне кто-то что-то рекомендовал. Упаси вам Бог это делать. Не надо это делать. Самое главное, чтобы вы принимали то, что вам показано по вашей стадии, вашего состояния, по вашим возможностям физическим, моральным, эмоциональным и по возможностям реабилитировать то, что у вас есть. В ваших сегодняшних кулечках, там, где подарочки вам положены, вы найдете вот эту карту самочувствия пациентов. Это очень важный такой вот, знаете, помощник для вас и для врачей. Когда вы приходите на прием к пациенту, к врачу, вы обязательно в этой карте отметите все те признаки, которые вас могут беспокоить. Вы откроете эту карту и посмотрите, что там мы видим, как пациент может отмечать свое настроение. Нужно прорабатывать каждую позицию. Это очень ваше внимание контролирует. Это активирует ваше внимание к своему самочувствию и дает возможность оценить, как динамика вашего заболевания идет за тем темпом лечения, которое вы получаете. Вы видите, здесь определяются нарушения сна, вы отмечаете обязательно в этой карте. Обратите внимание, пожалуйста, это вам домашнее задание на сегодня, чтобы вы это проработали. Те, кто может сегодня со своими лечащими докторами поговорить завтра, пожалуйста, поговорите. Наши пациенты, которые много лет с нами, они знают эту карту, они понимают, как ею пользоваться. Там можно отметить, какое настроение, внимание, память, питание, как у вас происходит, как пищеварение работает, какие движения, как работает мочевой пузырь, какие взаимоотношения сексуальные внутри семьи между больным пациентом и его женой здоровой, между больной пациенткой и ее мужем здоровым. Эти вещи решаются сейчас, и это очень важно. Теперь вот болевые ощущения тоже сюда входят, так что, пожалуйста, обратите на это внимание. Здесь более подробно это мы все хотели вам показать, но вы сами посмотрите. По возможности нужно продолжать свою профессиональную деятельность. Чем вы интересуетесь? Какие у вас есть хобби, будем так говорить? Какие у вас есть обязанности по воспитанию детей, своих внуков, по взаимоотношениям со своими близкими? Не думайте, что я своего сына или дочку ограждаю от лишних волнений, чтобы они со мной не пришли на прием. Там будет успех, когда вы приходите вместе, и когда мы видим, что семья есть основа вашего самочувствия, основа вашего будущего, о том, что семья – это друзья ваши. Это не те люди, которые вроде бы как смотрят на вас и спрашивают, почему так, а почему по-другому. Этого нельзя момента упускать, и нужно понимать, что беречь то, что вы имеете, и приходить к нам с вашими родными –
с вашими близкими. Пожалуйста, приходите вместе. Все будем обсуждать и все будем рассказывать вам. Ну вот, надо свою профессиональную активность, конечно, и деятельность это продолжать. Посмотрите, мы сегодня для вас покажем, как наши пациенты занимаются реабилитацией на так называемой танцевально-двигательной терапии, то, что мы называем терапией танцами. Мы хотим еще вам сказать о том, что имеет колоссальное значение изменение вашей тонкой моторики. Вы не можете так делать быстро и так точно, как вы делали раньше. Для этого существует так называемая арт-терапия. У нас есть возможность это делать. Вы посмотрите, перед вами здесь на столе есть те поделки, которые делают наши пациенты. Мы вас приглашаем, когда мы сейчас закончим эту часть, чтобы вы сюда подошли и поработали с нашим инструктором, с нашей Лией Николаевной, которая с нашими пациентами работает, и они делают абсолютные чудеса. Перед вами картины, которые рисовали наши пациенты. Они здесь у нас, в фонде нашего центра. Мы ими очень гордимся. Мы понимаем, что это есть реализация настроения, это есть не уход, а наоборот, приход в ту реальность, которая для вас доступна. Ну вот упражнения, которые вы должны делать, вы должны ввести это в образ жизни, это как лекарство. Лекарство вы должны принимать, оно должно иметь транспортную дорогу в мозг. Когда вы ничего не делаете, когда вы стараетесь думать о том, что да я не буду сегодня делать упражнения, я не буду сегодня ходить, а знаете, что вам надо это делать для здоровья, для того, чтобы вы были примером для своей семьи, для того, чтобы вы несгибаемые, неподавляемые, правильно леченные, с хорошей перспективой на хорошую жизнь. Вот это реабилитация наша, которая касается танцевальной терапии, терапии арт-искусством и, конечно, спортивная ходьба. Сегодня у нас Александра Алексеевна наша пришла на скандинавских палочках, да, Александра Алексеевна? И скажите правильно, что оно вам очень и очень подходит, правда? Вы идете, чувствуете себя уверенно. Это не потому, что вы опираетесь на эти палки, а потому что вы сами чувствуете, как у вас идет внутренняя посылка из мозга в вашу моторику, и как вам легко ходить. Сейчас вся Европа ходит со скандинавскими палками, будем говорить. Теперь то, что касается танцевально-двигательной терапии. Это стало для нас возможным, конечно, благодаря компании фармацевтической «Осина». Вы знаете все препараты, которые эта компания предоставляет нам. Это препараты леводопосодержащие, левоком, это препараты агонисты, кромипекс и другие, которые мы имеем тоже. И тот же азагирин, это ингибитор МАОБ, и амантадин, который мы имеем, этот препарат тоже сейчас с помощью компании «Осина» и с помощью компании «Альпинфарма», которая нам помогала этот препарат ввести в нашу практику. Вот танцевально-двигательная терапия, тут мы не будем вам сейчас это все читать, потому что вы сами понимаете, что танцы – это очень хорошо. Это не просто уход в какой-то другой мир. Это приход в новые ваши возможности. Вы это можете делать, и вы можете это делать, потому что танец развивает ваши творческие способности, снижает тревогу, приносит удовольствие. И танец помогает бороться с депрессией. Вы по-другому видите совершенно жизненные обстоятельства, которые вас окружают. Если вы можете идти, значит, вы можете танцевать. Это абсолютная истина. То, что касается арт-терапии, это действительно для ваших рук, для тонкости движения, для четкости движения, это очень важный элемент вашей жизни. Это вы можете делать дома. Это вы можете делать по совету наших инструкторов и наших врачей, как нужно дома время свое распределить таким образом, чтобы вы его дарили себе это время. Не просто так живу, не просто живу, потому что так в окружающем пространстве положено, а потому что вы должны иметь свою отдельную планету, своего взаимоотношения к себе, к своей семье и к своим возможностям тонкой моторики. Это очень важный элемент. Вы посмотрите, что делают пациенты у вас. Вы сейчас здесь можете подойти и потренироваться, тоже посмотреть, как это делать. Будете приезжать к нам. У нас эти занятия ведутся с нашими пациентами. Это даст вам совершенно новое дыхание в вашем
образе жизни и вашей каждодневной активности. Скандинавская ходьба, ну это сказать, что это здорово, это значит ничего не сказать. Весь мир и вся Европа ходят с палками. Нина Николаевна, правильно? Наш инструктор по лечебной физкультуре, которую вы знаете, Нина Николаевна Кожанина, она очень много работает с нашими пациентами, они ее знают прекрасно, и вот, казалось бы, такие сейчас у нас весна, стало теплее, мы сможем видеть сейчас и закон нашего института, как наши пациенты нашагивают километры даже, когда ходят несколько раз вокруг нашего здания. У нас великолепный парк над нами находится, называется Кинг-Крусть. Там тоже можно хорошо с палками. Или вы мне машете головой, вы туда пойдете? Да. Пойдете. Очень хорошо. Вот. Значит, вот движение может заменить разные лекарства. Но это не значит, что ни одно лекарство не в состоянии заменить движение. Вы видите эту параллель такую? Параллель и связь, будем так говорить, этих обстоятельств, которые влияют на вашу каждодневную активность. Скандинавская ходьба, она очень влияет на ваше самочувствие. Это безнагрузочная физическая активность, это гармоничная физическая активность. Дает вам возможность почувствовать, что ваши возможности еще очень во многом при вас. Они никуда не делись, только их нужно поднимать, их нужно тренировать, и ими можно управлять. И вы это делать сможете. Она очень полезна, это на самом деле здесь все написано. И видите, это эффективность скандинавской ходьбы не просто так, потому что решили специалисты вам это рекомендовать. Очень многие исследования международные проверены сейчас на научной основе. Вот здесь эти коллективы, которые работали по оценке уменьшения риска развития депрессии, замедления развития деменции. Что такое деменция, мы понимаем. Память у наших пациентов. У кого не спросить, да, немножко хуже. А это немножко иногда является именно тем уровнем, с которым мы должны начинать работать, как профилактика для того, чтобы не было ухудшения памяти ни с возрастом, ни с ходом течения этого заболевания. Ну вот, мы все, наш коллектив, наши врачи, они здесь все сидят. Мы очень переживаем за вас. Мы понимаем, что мы вам очень нужны. Мы хотим сохранить свою активность с помощью вас. Мы хотим улучшить качество жизни наших пациентов. Поэтому надеемся, что это будет так. А что такое PWP? Это называется People with Parkinson's. Значит, люди с Паркинсоном, это не значит, что это больные. Мы никогда своих пациентов не называем больными. Мы говорим пациент, но в таком случае. Или это человек, который живет, субъект, который живет с Паркинсоном. Субъект, который живет с диабетом. Субъект, который живет с гипертонией. Это все субъекты. Не надо говорить о болезнях. Нужно говорить о позитивном финале нашей сегодняшней встречи. Этот финал вот такой, когда я вам говорю, что надо иметь возможность двигаться. И знаете, если такая небольшая натяжка, если сидит парочка такая на скамеечке, он к ней имеет интерес. И спрашивает у нее, какое у тебя хобби? Она ему отвечает, Паркинсонс мое хобби. Я вам желаю, чтобы у всех у вас Паркинсон был вашим хобби и ни в коем случае не отяжеляющим моментом вашей жизни. Спасибо за внимание. Идем дальше. Мы показываем сейчас нашу движение показываем. Денис, пожалуйста, включите наш танцевальный класс. Мы сейчас посмотрим танцевальный класс и потом нашу арт-терапию, как у нас занимаются улучшением тонкой моторики. Вы знаете, много лет наши пациенты танцуют. И это было очень для нас ярким моментом в нашей работе, когда мы начинали. Вот эта группа и представители этой группы сейчас здесь, вот Света с Костей сидят, улыбаются, Валентина Федоровна и Александра Алексеевна, и Любовь Иванка, и Садыничев, и Наталья Михайловна. Это наша группа, которая начинала танцевать. Сейчас недавно совершенно, мы в четверг проводили занятия, где делали съемку,
и там, значит, присутствовали после двухлетнего почти перерыва, да, Любовь Ивановна и Наталья Михайловна. Они чуть-чуть и сразу включились. Они включились сразу в этот танец. Вот, это наша Надежда Васильевна, вот Любовь Ивановна, а вот Александра Алексеевна. Это показательные выступления нашей группы танцевальной, когда мы проводили, это было несколько лет назад. Это был 17-й год, да? Валентина Федоровна, это был 17-й год, помните, да? Мы возобновили группу танцевальной терапии. Наш инструктор, пока я сегодня работает очень хорошо с нашими пациентами. Это человек, который очень тонко чувствует и моторику наших пациентов, их возможности функциональные. И, конечно, эффект этих занятий мы видим, когда анализируем с пациентами их самочувствие. И на следующий день, и особенно если эти занятия становятся нормой жизни для каждого из пациентов. Thank you.
Сделать все для того, чтобы вы вдохновились. Это очень важно. Теперь мы покажем нашу арт-терапию. Пожалуйста. Найди. Денис. Вышли из обстоятельств, которые нас окружали. Мы, пациенты у нас работали вот так, в масках нужно было. И наша инструктор Ирина Николаевна, ей большое спасибо. Она очень много своих душевных сил вкладывала и вкладывает в работу с нашими пациентами. Вы посмотрите, здесь, на этом столе, лежат поделки, которые сделаны нашими пациентами. Посмотрите на эту тонкую работу. Вы посмотрите на эти рисунки на кофе. Рисунки на кофе. Мы только что показывали тоже нашим врачам. У нас есть специальные столы, на которых песок. Можно на песке рисовать. Всегда так, как дети рисуют. Дети приходят, там и песочница, начинают что-то строить, рисовать. Так и делают наши пациенты. Очень красивые вещи получаются, рисунки. Вы посмотрите, что такое квилинг. Это делали наши пациенты. Много здесь всего такого интересного, которое действительно очень трогает душу. Это можно. Вам только кажется, что вы не будете этим заниматься. Вы будете. Вы станете детьми. Ненадолго. Но вы будете иметь связь с тем, на чем вы росли. И почему вы стали такими эмоциональными. Почему вы стали такими чувствительными к тому, что происходит. Вы сделаете все, чтобы ваши дети вас понимали. И с вами приходили на консультации, а не так, как вы приходите в одиночку и говорите, а мой сын работает, а моя дочка работает. Неправильно это. Это неправильно. Вот это. Ну вот, может, еще кто-то хочет что-то сказать? Наши доктора здесь. Марина Анатольевна. Что здесь перед нами сидят наши врачи. Врачи, которые, вы знаете, то, что сказать, это удивительные люди, это мало сказать. Это люди, которые свою жизнь посвятили вам. Которые умеют, знают и понимают. Это люди, которые вам выдают документы на выписку от нас, консультативное заключение. С которыми, когда вы приезжаете в любую страну мира, говорят, а, это киевский центр, они умеют и знают. Это потому, что мы, еще раз вам говорю, для вас всегда открыты. Я сейчас вас приглашаю на мастер-класс по арт-терапии, а потом мы вас предложим кофе, что-то вкусненькое, кофе.